В Курдайском районе в поселке Гвардейском сдали в эксплуатацию 3 жилых дома на 180 квартир для сотрудников научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. В торжественной церемонии вручения ключей принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. В ходе мероприятия аким Жамбылской области отметил высокую оценку, данную президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, деятельности института, а также достижения казахстанской науки в борьбе с COVID-19. Важность поддержки науки и ученых, а также обеспечения жильем сотрудников института и биофармацевтического завода «Отар Биофарм» являются приоритетными и находятся на особом контроле главы государства, отметил Бердибек Сапарбаев. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область отметил, что это действительно большое достижение. Это очень нужное производство для нашей страны. Благодаря вашему кропотливому труду казахстанская вакцина получила признание во всем мире. Вы доказали, что в нашей стране сфера использования биотехнологий весьма развита. И у нас работают высококвалифицированные специалисты. На запуск такого завода в других странах уходит 3-4 года. А мы смогли запустить это производство всего за 9 месяцев. Президент дал конкретные поручения по созданию благоприятной среды для работы ученых, работников института по обеспечению их жильем, по улучшению условий обучения их детей, организации их досуга. В соответствии с поручениями президента повысилась заработная плата сотрудников, сегодня сдали в эксплуатацию жилые дома. Сотрудники полностью обеспечены жильем. Генеральный директор института Кунсулу Закария выразила благодарность руководству страны, области за внимание и поддержку, а также поблагодарила строителей за качественную работу. Аким области приезжал с рабочим визитом в наш поселок более 30 раз за 2 года. Лично инспектировал ход строительства, был в курсе всех событий. В результате все работы были выполнены качественно и своевременно. Для сотрудников института создаются все необходимые условия. Построены жилые дома, детские игровые площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс. Спустя столько лет решился вопрос с жильем для сотрудников. От имени коллектива института выражаем благодарность руководству страны и области. Квартиры в жилых домах обставлены мебелью, проведены инженерные сети. Физкультурно-оздоровительный комплекс, который находится рядом с жилыми домами, в 2 смены могут посещать 120 человек. Эльдар Кизатуллин, Азат Байтимир, Жамбыл Ньюс.